Да пребудет над тобою благословение Зевса, о великий царь Александр. Ты повелеваешь народом греков. Долгое время жили они в обособленных полисах, в легендарных Афинах, Фивах и Спарте. Полисы нередко враждовали друг с другом, но в V веке до нашей эры смогли объединиться и разбить гораздо более могущественного соседа – Персию. Мир обязан Греции изобретением демократии, философии и театра. Вся западная культура построена на фундаменте греческой. Александр, твой народ готов выступить в поход, стяжать тебе немеркнущую славу и принести варварам свет греческой культуры. Готов ли ты ко встрече с судьбой? Приведешь ли ты свой народ к победе и процветанию? Создашь ли цивилизацию, которая устоит под натиском веков? Я ваш научный советник. Во время этого урока я покажу, как передвигают юниты по карте. В путешествии вы встретите древние развалины, чудеса природы и целые материки. Думаю, это может вам пригодиться. У меня есть полезная информация. Это стоит принять во внимание. У меня есть полезная информация.
Мир сотрясался в агонии войны. Великие и могущественные цивилизации пали, но ваша сохранилась и вышла победительница. Мир еще долго будет помнить ваш славный триумф. Мир тебе, Санцеликий Рамзес, фараон Египта, о великий властитель! По твоему велению восходит солнце и разливается Нил. Твой народ живет на берегах великой реки с незапамятных времен. Египет подарил миру письменность, исчисление, скульптуру и зодчество. Тысячи лет назад он возвел монументы, которые и по сей день противятся наступлению песков. О, Рамзес! Бесчисленные годы твой народ сносил невзгоды, в то время как другие империи рождались и умирали. Пришло время вернуть былое величие. Сумеешь ли ты угодить древним богам и поставить Египет в центр мировой политики? Сможешь ли ты создать цивилизацию, что переживет века? В этом уроке я расскажу, что происходит в городах и как найти подходящее место и заложить новое поселение. У меня есть полезная информация. Позвольте вас отвлечь. Это может вам пригодиться. Thank you.
Новые города закладывает поселенец. Переместите его в плодородный край и заложите новый город. Страница города содержит подробную информацию о его росте и производстве. Мир сотрясался в агонии войны. Великие и могущественные цивилизации пали, но ваша сохранилась и вышла победительницей. Мир еще долго будет помнить ваш славный триумф. Да благословят тебя олимпийцы, великий Юлий Цезарь, диктатор Рима. Твоя империя стала величайшей в истории Запада и существовала дольше других. Рим определил культуру, право, искусство и военное дело западной цивилизации. За долгие годы славных походов римляне подчинили себе все земли на Средиземном море, от Испании на Западе до Сирии на востоке. Они проникли на Британские острова и в Северную Германию. Римские изящные искусства и поныне вдохновляют творцов, а молодые народы с тоской и завистью смотрят на великое прошлое Рима. О, великий император! Народ молит тебя вернуть былую славу Рима. Воспрянут ли снова римские орлы? Восстанет ли из пепла великая империя порядка? Сможешь ли ты создать цивилизацию, которую не занесут пески времени? В этом уроке я объясню, как использовать рабочих для улучшения городов.
Извините. Кроткий унаследует землю, но не ее минеральные ресурсы. Извините. Не заграждай рта валу, когда он молотит. У меня есть полезная информация. Мудрость и добродетель, как два колеса телеги. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Глухим тропам столетий ты проходишь с топором, целишь луком, ставишь сети, торжествуешь над врагом.
кто господствует на море, хозяин положения. Ваш народ несчастен. Недовольное население прирастает медленнее довольного. Чтобы вернуть населению радость, прикажите рабочим улучшать ресурсы. Счастливы те, для кого уж возводятся крепкие стены. Тот, кто уничтожает книгу, убивает сам разум. Мне кажется, сейчас нам хватает рабочих. В двери вступил божественный Гектор. В деснице держал он пику в 11 локтей. Далеко на древке сияло медное жало копья и кольцо вокруг него золотое. Он создал новый инструмент. Проверить, месяц есть или нет. Тот, кто знает людей, мудр, знающий себя, просвещен.
Казна пополнилась, появились свободные деньги. Истратить их можно разными способами. Есть лишь один Бог – знание, и лишь один порог – невежество. Три правила следует помнить при всякой постройке. Здание должно стоять на подобающем месте, иметь прочное основание и быть полностью завершено. Мир сотрясался в агонии войны. Да пребудет над тобою благословение Зевса, о великий царь Александр. Я ваш военный советник. Преуспели.
враг рядом с вами укреплен. Не заграждай рта валу, когда он молотит. У меня есть полезная информация. В любой момент времени одно подразделение занимает одну клетку. В двери вступил божественный Гектор. В деснице держал он пику в 11 локтей. Далеко на древке сияло медное жало копья и кольцо вокруг него золотое. Оперение на древке стрелы было сделано из орлиного пера. Мы сами вкладываем в руки врагов средства к своему уничтожению. Некоторые города захватить непросто. Thank you.
мудрость и добродетель, как два колеса телеги. Добро пожаловать в эпоху древнего мира. ما الخرب من ألم بويده مير сотрясался в агонии войны. Великие и могущественные цивилизации пали.
Да пребудет с вами благословение небес, высокородная императрица Удзетянь. В вашей тени распускаются цветы и бьют родники. Вы прекрасная правительница Китая, цивилизации, чьи корни теряются во мгле истории. Жители Китая уже гордились великими достижениями тогда, когда прочие цивилизации еще зарождались. Вклад Китая в науку и искусство слишком велик, чтобы описать его в двух словах. Книгопечатание, порох, мудрость Конфуция – это лишь малая часть того, что Китай подарил недостойному миру. Народ Китая взывает к вам, к той, что из наложниц попала в императрицы благодаря незаурядному уму и красоте. Могущественный Китай вновь оказался в кольце врагов. Сможете ли вы победить их и вернуть империи былое величие? Сможете ли вы создать цивилизацию, которая выдержит натиск времени? Я ваш советник по иностранным делам. В этом уроке вы изучите основы дипломатических отношений с другими цивилизациями и полисами. Это сложная тема, и сейчас мы остановимся на двух аспектах. Как укрепить влияние на полис и как торговать ресурсами с соседней цивилизацией. Извините. Полисы – это города-государства, которые не конкурируют с вами за победу. Вы можете наладить с ними дипломатические отношения или пойти на них войной. Это стоит принять во внимание. Соседний полис просит вашей помощи.
ยินดีต้อนรับ อย่างนั้นหรือ ไม่มีทาง Математика – врата и ключ всех наук. Тот, кто господствует на море, хозяин положения.
Три правила следует помнить при всякой постройке. Здание должно стоять на подобающем месте, иметь прочное основание и быть полностью завершено. เชื่อว่านี่เป็นข้อเสนอที่ยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายท่านคิดว่าอย่างไรถ้าอย่างนั้นมิร сотрясался в агонии войны. Великие и могущественные цивилизации пали, но ваша сохранилась и вышла победительницей.